Участие в совещании принял и глава региона Вениамин Кондратьев. Одной из центральных тем обсуждения стала борьба с самовольно возведенными зданиями. Сегодня удалось остановить волну хаотичной застройки, однако полностью проблема еще не решена. Активно продолжена работа в прошлом году по борьбе с самовольным строительством на территории Краснодарского края. В целом суды края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимают решение о сносе построек, установив, что объекты возведены с нарушением требований, установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки. Вы уже около 1700 отказов дали на ввод эксплуатацию самовольных строений. Это не должно быть такой акцией. Вот здесь должна быть принципиальная позиция общая, что больше самостроем в нашем крае нет места. Весь музыкальный микрорайон узаконен судебными решениями. Коллеги, вы же тоже должны быть последовательны. В одном производстве слушается дело о том, чтобы признать его самостроем или нет, а в других производствах признается право физических лиц на квартиры, еще они там регистрируются. И как потом главе местного самоуправления или судебным приставам снести этот дом? Вы знаете, мы не остановим до тех пор, пока судьи, которые принимают такие решения, будут оставаться судьями. Вениамин Кондратьев призвал суды края занять принципиальную позицию и в отношении тех, кто трудоустраивает нелегальных мигрантов. Сегодня в регион прибыли на заработки 65 тысяч иностранцев, из них 26 тысяч так и не получили патенты.